Ну что, ребятульки, всем привет! Сегодня 17 февраля. И вот сегодня сделал второй воблер. Вот такой вот. Такой раскраски. Язычок уже деревянный, а не пластиковый. Вот. Фокусировочка. Хоп-хоп. Ну, так же само, принцип тот же, как и в том воблере во вчерашнем. Только сегодня я уже крючки, тройнички поменьше поставил. Да и сам этот воблер гораздо меньше. Вот. Такие вот дела. Сверху такая вот спинка. Ну, как-то так, чё. Нравится — ставь лайк. Подписывайся на канал. Вот, отгрузка такая же свинцовая. Так что метров на 30 можно смело кидать его. Да на 30 по траве и не надо кидать его. Можно кидать метров на 15, на 20. Ловить смело травянок. Это вот сделано примерно, чтобы травяночку ловить. Вот с ножницами сегодня сравниваю. Все, кто смотрел вчерашнее видео, помнят, что те ножницы... Ну, в смысле, вот эти же ножницы с тем воблером гораздо меньше. Вот настолько примерно еще. И по толщине. Ладно, всем пока. Ставьте колокольчик, пишите комментарии.